будут улучшать их навыки общения с потерпевшими. Полицейские хорошо выполняют свои обязанности, берут показания, работают на месте происшествия. В их навыках никто не сомневается. Но зачастую стражи порядка не умеют разговаривать с потерпевшими, не знают, как поговорить, успокоить и поддержать. Поэтому госполиция в сотрудничестве с литовскими, эстонскими и шведскими экспертами, а также кризисным центром Скалбе, разработала и тестирует новый курс обучения для полицейских. Коммуникация с человеком, который находится в состоянии шока или агрессии. Первая наша реакция – агрессия в ответ. Но если мы учитываем, что наша задача – успокоить и получить качественную информацию перед следствием, то должны быть навыки и знания, как работать с человеком, чтобы не заводить его еще больше, а успокоить. В сущности, это знание, каким образом контролировать процесс разговора. В ближайшее время новую программу передадут полицейскому колледжу и внесут в проверочные работы. Программу могут использовать и сотрудники муниципальной полиции, и представители других правозащитных организаций. Смотрите в итоговом выпуске новостей в 10 вечера.